Есть такое понятие, как завязал в русском языке. Ну, бухал, бухал, потом завязал. Они завязывают, вы не поверите, вместе. Вот вот так вот, вот объединяются и завязывают вместе. Наверное, прикольно, интересно. Если у вас было образование, то у вас никогда его не было. И мы сегодня с вами, у нас сегодня заключительное занятие, которое завершится феерично зачетом. Вот, не таким, как в прошлый раз, а другим. И у меня сегодня первая такая лекционная небольшая часть, она будет интерактивная, время от времени буду вас спрашивать, вы спрашивать кое-что. Это связано с будущим, со временем, с хронотопом. И начну я с одной шутки, с одной своей идеи. Она не моя, но моя гениальная, которую никак никто не может понять. Сегодня последний шанс рассказать и понять вообще, стоит ли идея слушать ее. Потому что в прошлый раз я ее подал как тост среди умных людей, и они не поняли. А сейчас попробую немножко введу ваш контекст, вас в контекст и дам эту идею, потому что мне она кажется интересной. Есть такое понятие, как завязал в русском языке. Ну, бухал, бухал, потом завязал. А там пил, что еще можно? Сейчас такое бухал, ничего не знаю. Курил, курил, занимался, занимался, очень беспорядочно, а потом завязал. У нас в русской культуре как-то завязывают по отдельности. Да? Вот я взял, завязал, там, я не буду никого показывать, взяли, завязали. А вот в других социумах, например, в американском социуме, они завязывают, вы не поверите, вместе. Вот вот так вот, вот объединяются и завязывают вместе. Наверное, прикольно, интересно. И у них есть такое движение, возникло несколько десятилетий назад, стрит-эйджер. Ну, или стрит-эйджер. Ну, там вот это вот, да, стрит-эйджер, это те, которые завязывают, а потом объединяются и тусуются вместе. Да, они делают так. Ну, первоначально было так, что если тебе нет там, 18 лет, тебе ставили такой маркером крестик, и алкоголь тебе не продавали. И тогда они говорят, ну прикольно как. И говорят, а давай не будем пить. И они вот стали себе так делать, и перестали, одни перестали пить, другие курить. Третьи, не поверите, и не надо. И ну, такая культура возникла. И у них есть такая фраза, которую я сейчас переложу на образование. Фраза звучит так. Если ты был с тинейджером, то ты никогда им не был. Ну, надо интерпретировать. То есть, если ты, да, что это такое? Это значит, завязал это воля. Ты собрал волю в кулак и что-то перестал делать. А потом эта воля у тебя пропала. Значит, у тебя ее никогда не было. Тинейджер, то есть ты просто никогда им не был. Просто ты, ну, как бы это был какой-то период твоей жизни, но это ты делал, ну, это не считается. Обнуляется. Применительно к образованию я делал следующую фразу. Если у вас было образование, то у вас никогда его не было. Нам так на первом курсе стали, когда мы в универ пришли. Ну, наверное, это не такая идея, которая витает в воздухе. Идея такая, что как только вы бросаете, перестаете получать образование, вы его теряете. Не, даже не так. Не то, что вы теряете. Просто оказывается, что у вас его и не было. Потому что с этого момента вы его, все обнуляется. Но это не значит, что можно нельзя начать заново. Наверное, можно заново начать. Но опять же, если вы опять бросили, то опять это не считается. Я сошлюсь на, ну, об этом говорили философы, есть такой, он уже умер, Зигмунд Фрейд, который так сказал, что образование – это деятельность, которая систематически избегающая завершения. Образование – это деятельность, которая систематически избегает завершения. То есть Фрейд говорил, что образование не может завершиться. Настоящее, он какое-то, какое-то особое образование. И как только ты его прекращаешь, то есть это уже какое-то не образование, потому что образование есть такая тенденция.
начал все, ты начинаешь и завершаешь, не завершаешь.